Ребятки, поймала момент. Степан будет заниматься, наверное, макияжем. Степочка, тебе там удобно, сын? Степаш, тебе там удобно сидеть? М? Не, он тут еще, по-моему, ни разу не сидел, да, ведь? А? По-моему, не сидел он здесь. Да ладно, я не буду тебя гнать, что ты уже? Ой, ой, иди. А, он туда же хочет. Ну, пожалуйста, вам открыли дверь, Степан. Вам открыли дверь, иди. Нет? Туда. Мы когда вселились, помнишь, он когда шоковый был, у него был шок от перемены квартиры, от перемены всего. И он жил в шкафу суток, ну, прям, не помню, но долго у него была. А плюс еще тут же мы... И побелка. Тут тоже был, я это рассказывала. И побелкой пахнет, и все строительство, ремонт тягают. У него был шок, я переживала за него. Он даже не ел, по-моему. Что он был сильно зашуган. Да. Да, я знаю такой случай, даже кошечка погибла, люди поменяли этот самый жилье. Это ужасно, короче. Все, ребятки, я на маникюр. А у нас там, а у нас сегодня газ, а у вас... А у нас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко. Но есть и злиться не хотят. Помочь. Оставляю Витюшу на кухне, на салфеточку. О, о, и те выкладывают. А я ему вот так приготовила, прямо в муку их, об это самое, рыбку обмакала. Мука пополам с кукурузной. Все, солнце, я ушла. Шеф-повар. Шеф-повар. А картошечку жарить будет? А Леночка подмастерье. Ушла. Ребятки, и снова стоит стол, ждем гостей. Идут дети с внучкой. Горячее не ставила на стол. Был вопрос, я уже пояснила, но поясню еще, скажем так, чтобы было более понятно, почему так много котлет. Вот смотрите, я их вчера приготовила, мы позавтракали, и к нам идут гости. У меня сразу есть, что поставить на стол. Я не бедую, не бегаю, не... То есть у меня есть мясное, есть горячее, и ну, вы же понимаете, пятеро детей, пятеро внуков, мало ли кто, когда захотят к нам зайти, мимо проходя. Поэтому у меня все запасено, и варенички, и пельмешки, я люблю, когда есть запасы. Если завтра не на работу. Ну, на работу надо готовить. Я, вот, например, мы были в гостях на Водохрещении, я знала, что у меня, видите, есть что положить на работу. То есть я не парюсь, не убегаю из гостей раньше, чем нужно. Так что вот такой у нас образ жизни, ребятки. Елочка с нами прощается. Завтра, да. Завтра она уже будет... Да, она мала сегодня, но... Ну, я же это говорила утром, что да. Поменялись все. Ничего, все, порадует, все отлично, все хорошо. Ждем гостей, ребятки. Сейчас с минутки на минутку должны. И доброе утро всем, всех с субботой, всех с выходными. Всем здравствовать. Рады вас видеть, слышать, понимать, что вы рядом. Это здорово, что вы у нас есть. Пришли мы с базара, вчера не смогла показать вам ноготочки, потому что были у нас гости, засиделись мы долго, общение, круг такой добрый, родственники наши, то есть детки, внучки, одна внучка, но, в общем, знаете как, развалились на диване и просто беседовали, очень уютно, хорошо, по-доброму, не хотелось, чтобы они уходили, потому что вспоминали и про предков, и про дедушек, и про бабушек, ну, в общем, разговаривали на разнообразные темы, да, именно общались, о будущем. О будущем наших внуков, как, чего, куда. Ну, в общем, нам тепло и хорошо. Но этого мало. Мы пошли на рынок, скупились, и я понимаю... Так у нас же пенсия. Да, нам дали пенсию. Ура! Это раз. И поэтому... Помните, как Евдокима говорил, что пенсия у меня хорошая. Да. Хорошая пенсия, хорошая. Только маленькая. Да. О размерах не будем. И поэтому... Мы соскучились за своими друзьями, за Людой, за Петей, и я созвонилась, пригласила их в гости, так что у нас снова гости, ура! Подписчики наши, и Арсен. Главное, идет к нам Арсенчик, внук Людмилы и Пети. Наш он подписчик. Мне пишет всегда комментарии, но в жизни я его видела раз и то мельком, а сегодня придет дитина, будем с ним общаться. Вот будет сейчас, снимать. Конечно, да, будет сейчас у нас, значит, опять производственный задел продуктов к ужину, к обеду, это в районе 3 часов. Я думаю, это будет затяжной обед, переходящий в ужин. Вот.
И показываем наши обновочки, что мы приобрели сегодня с Витей на рынке. Не замерзли, погода прекрасная. Хорошо, да, все хорошо. В общем, стол полон, полон всего. Витечка, как бы нам сейчас сделать? Тут мне темно, мне не нравится тут свет. Сейчас я... О, я добавила свет, значит, уже будет хорошо. Из напитков у нас будет домашний компот. Лимонад уманьский, довольно-таки хорошее качество. Если лимонад ситро. Да, вот эта водичка для работы желудка, кишечника, заменяет фистал. Бювет с семерочкой, очень хорошая вода. Вот, купила приправку до курочки, сейчас буду мариновать красивенную курочку. Я ее покажу вам потом поближе. Так, дальше. Вот эта рыбка наша. А Витя, смотри, с нее будет капать. Аккуратно, Витя хочет показать вам. Вот, курица, курица, жмурится, курица, жмурится, курочка наша. Вот это сейчас скажи, мы ее жирую, будем да? Ну, запекать. Пенсию получили. Пенсию имеем право. Так, все, хребетик красной рыбы. Мы ее с Витей очень-очень уважаем и любим и ценим. Так, сливочное масло по 220 гривен, но я его брала уже не один раз, и оно мне очень нравится. На сковородке видите. Ноготочки. Ноготочки у Леночки. Вот такие вот. Вот такая красота, красотелишна. Мне нравится. Нежные. Вот этот уголок, ребятки, он со временем уходит. Он затачивается, и они становятся более круглыми. Форма мне, это кто-то сказал, Лена, замени срочно форму. Нужно кому-то заменить срочно мозги. Не надо, не оскорбляй. Да я шучу. Мне все очень нравится. Я не оскорбила, я шучу, ребятки. Так, у нас закончилось хозяйственное мыло. Мы купили кусочек. А без мыла я только мылом. Витя, это Витина панацея здоровья, да, хозяйственное именно. Мыло. Пап, я вам сейчас расскажу. Подожди, Витя. Купили мы 2 пакетика фундука по 40 гривен пакетик. Вот, так это как Витюшка, Витя любит у меня сладости, он у меня сладкоежка, любитель вкусненьких блюд. Любит кофе с молочком. Чтобы не покупать и не размораживать наше молоко, мы частенько берем сгущенное молочко, и Витя пьет с ним кофе. Чуть-чуть скажу за сахар. Давай, закончу все, а да потом ну, ты. Также закончилось у нас мыло туалетное. Я купила мыло. Так, потом. Мы раз попробовали чаек с соусепом. Долго его искали, но вот я нашла фирму эту, я не знаю. Это Тяньшань, то есть значит, зеленый чай с соусепом. Ну, попробуем. Мы как-то брали Мономах с соусепом. Был обалденный чай, крупнолистовой. Это будем вечером сегодня снимать пробу. Будем пробовать чаек. Ну и вдогоночку взяли королевский стандарт Ахмат. Черный, крупнолистовой, обычный черный. Потому что на работу, видите, нужно и тот, и другой чаек. Дальше. Ванилин у меня дома позаканчивался. Я свои сусеки подметала, нету больше у меня цукрового ванильки. Я купила аж 4 пачки. Так, ВТБ домашние носочки за 18 гривен. Я считаю хорошего качества. Главное, что тоненькие. Я люблю тоненькие носочки. Что-то я у меня дома и полы чистые, и линолеум хороший. Но я привыкла ходить в тапках и в носочках. Вот такая я уютная, домашняя. Люблю, чтобы было тепло, уютно и хорошо. Потому что я дома. Потом 2 сорта яблок. Это этот самый, Витя, Golden. А это, по-моему, не чемпион ли? Короче, тоже сладкое или айсберг. Сладкое, да. Айдаред? Да. Айдаред. По 11, но они по 11 вкусные, гривен. Ну, что ж не брать? Взяли. Такие цены хорошие. Так, вот эта селедочка, мы ее сейчас разделаем красиво, украсим зеленым и белым луком вперемешку. Сыр Гауда, я его очень люблю, он это из твердых сыров, Витя, потрогай какой. Помнишь, мы брали его раз, и ты сказал, мне понравился. Да, именно твердый. Да, очень твердый, хороший. Твердый очень. Мы выставили очередь, ну, кстати, очередь сегодня была небольшой. Это другая, вот она. Та, что я, вот она, та, что это самое. Приезжают к нам, Витя, ну откуда они? Как-то он и сказал, откуда они, божечки. Но я вам сейчас... Нет, тут не эта фирма-изготовитель. Посмотри, там не переварилась. В общем, я взяла 3 вида колбаски. Я ее уже испробовала. Это салями французская, это твердая, копченая, но без кислинки. Сейчас мы разрежем, будем все 3 пробовать. Но вот эту колбасу, знаете вы все, банкетная, иначе она называется фуршетная. Тоже очень хорошее качество. 5.
Вот. И это заменитель московской кнут. Колбаса, мы ее тоже попробовали с Витей. Мне она очень понравилась. И цены, вот это вот самая дорогая. Остальные 170 и 160. Вот эти сосиски, тут нету ни названия, сардельки. Ни названия, ни, ну как-то она их называет. Ну, в общем, Витя кушал, когда я сделала яичницу с утра. Он говорит: Лен, такое впечатление, что мы в детстве, да? Хорошие очень сосиски, они более, по-моему, сардельки. Они сардельки, но они очень, ну як, смешанные. Те были меньше насыщены вкусовыми этими, как мы, ароматизаторами. Все сильнее. У нас были. Ну, на вкус были, хорошие. Да. Это свиноговяжьи. Вот. И полкило пломбира обычного. Без рослинных жирів та консервантів. От так. ДСТУ фірма. Так, я сразу в морозилку. Пробуємо. В морозилку. Вот, вон там є в середньому ящику місце. Потім у мене, значить, кросовки є. Ну, як кросовки? Кросовок у мене нет таких. Є такі убитенькі, в яких можна буквально так. А от так от вийти, щоб це саме. В общем, зайшли в один магазин, де більш-менш лояльні ціни. Називається «Радуга магазин». Вот, и я себе взяла кросовочки за 420 гривен. Легкие, удобные. Я их обула, померила. В общем, так вот под джинсы где-нибудь быстренько бежать. Короче, у меня ботиночек и туфелек много, а вот именно кроссовок таких более-менее новых нет. Старые есть, но по городу в них не пойдешь. Такие дачный вариант. Природный, шашлычный, дачный. А это будут, ну, типа, как пройтись по городу где-то на рынок или куда мы там еще да, с Витей ходим. Ребят, дел много, поэтому мы сейчас сказать, будем говорить. Не надоест. Говори, я слушаю тебя. Трудно, вы... Бедный мой, нам бедный. Ущемляет личность. Вот, например, вы кушаете сало, с сахаром мы отказались. Вот такого сахара, это для гостей. Вот сердца мы отказались. Сердца. Сахар. Объясни разницу. Кто понимает, химики, включите это, посмотрите. Именно сахар, даже искусственный мед я делаю, даже водку ставлю, самогон. Я делал 12 килограмм сахара, 5 литров воды, оно кипит, растворяется, и потом 30 грамм лимонной кислоты. Получается искусственный мед. Уже молекула, вона вже не така, а іменно там уже... Видоизмененная. Да, іменно глюкоза, гликоген, ну короче, хімію, посмотрите, пожалуйста. Вот сахар варений, он уже карамель, это уже не сахар-сирец. У варенье, я тоже думал, что сахар, а потом разобрался. Оказывается, что оно, ну, сахар и мед, мед это вообще, як вот меда отказаться... Ну, никогда нельзя. Кладезь здоровых элементов нужно. Да. О, просто я говорю, от сахара, от этого, вот мы не кидаем. Ну, сахар, чай не бросаем. Зрители говорят, вы вот в выпечку добавляете. Ну, выпечка, он ведет себя да, же в он же уже там. Уже там структура молекулы поменялась. Уже... Это идет речь, ребят, не в оправдании. Это мы просто вам просто... хотим... дать да. понять, что мы действительно сахар в виде сахара мы не едим, но вот эти метаморфозы, которые происходят при большой температуре, теряется структура сахара. Да, и получается там как бы, ну, он не слишком, глюкоза, гликоген, да. то сахароза, там, ну, я не химик. Это не, я же говорю, люди думают, что мы оправдываемся. Я вот, знаете, я как собака, что... Понимать, а сказать не можем. А давай я скажу. Я то есть мы, да, мы не пользуемся, опять-таки повторяюсь, сухой сахар у нас стоит сырец. Только для, ну, сырец, да, для да? гостей. А нет, если для... не то, что мы там... Но люди кушают, да, мы нет. Да, мы же не то, что там вот все... Да. И если я добавляю сахар в выпечку там, или в блины, или даже солю рыбу и добавляю сахар лишь только для того, чтобы получился именно маринад, вкус маринада, соль и сахар, оно уже дает такую немножечко, если еще добавить горчички идет и... брожение, рыбка, да, все да. равно же идет брожение легкое, и сахар придает еще быстрый, раз говорю, как катализатор. Мы не эту речь ведем с Витей не ради оправдания, а ради того, чтобы вы услышали и поняли, о чем идет речь. То есть да. разница между мы сахаром понимаем. Сырцом да, да, да. и сахаром, который прошел термообработку, есть очень да. большая разница, которая для нас будет плюсом, а не минусом. Да, сироп. Все. Сироп это уже не то. Вот,
кто просто полистайте где-то за, ну, сейчас мы готовимся к приему гостей, а поэтому все ложим по местам, чего-то перехватываем. Я начинаю мариновать курицу, время идет. И елочку. Ждите, ждите. Прощаемся с елочкой. Чеша, да. Нет, сегодня, наверное, не. Нет. Да, раз и завтра гости... не, я на смену, все значит. Да. Понедельник. Пускай стоит. Она, да. Она плачет. Пищит, ты слышишь пищание? Не сыпется, нет. Ничего. Степа начал подъедать зеленые иголки. Представляете, что там? Значит, ему не хватает. Ему надо травки, надо травки где-то нарвать. В общем, вот такие дела, ребята. Не выключайте сегодня телефоны. Залазьте, пожалуйста, на наш канал. И смотрите, сегодня будет обалденный контент. У нас любимая наша Людочка, Петенька и ихний внук Арсен. Ждем.